Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить DayZ. Мы все так же с Джеком Шепардом, мы на другом сервере, и тут, как видите, с лагами проблем никаких нет. Мы находимся все там же, как это место называется, Джек? Я забыл. Пусто, по-моему. Так, ну нам нужно убираться отсюда, потому что... По-моему, пусто, кстати. Потому что, кстати говоря, сервер более хардкорный, на нем, как вы видите, нет никаких прицелов. Интерфейса, то есть, и вид от третьего лица отключен. Что с одной стороны хорошо, а с другой не очень. Потому что меня укачивает при таком беге. Но зато и смотреть такое интереснее. Да. И к тому же слишком много блюра. Так, ты куда побежал? Я думаю, нам нужно... Я смотреться решил. Доразведать эту местность. Ой, тут сейчас дождь будет. Хотя дождь это хорошо, он глушит все выстрелы. И вообще не так заметно нас. Да. Так, я пойду вот эти дворики проверю. Будешь меня прикрывать? Да хотя мне кажется, тут ничего нет. А вообще нам нужно... Ну да, зомби в принципе не слышно. Да, зомби опять на сервере мало, что-то 185. Кнопкой V перескакивается. Ой, молния, офигеть. Ой, я слышу зомби. Присаживаемся. Я пока не вижу. Где-то вон там он был. Так, оно нам точно нужно? Потому что эти дома я вижу... Я думаю, что нет. В эти дома мы точно не зайдем, потому что они такие не интерактивные. Поэтому, может, ну и нахрен. Так, куда пойдем? У тебя тоже карты нет, да? Пойдем направо. Вон туда? Да. Блин, научиться в машине собирать. То есть мы-то вышли из леса, а теперь побежим просто прямо как бы. Но мы вон оттуда, откуда-то... Ой, тихо. Кто из нас спалился? Ты слышишь? Оттуда орёт. Так, я пистолет достану. Неохота на него тратить драгоценные патроны из винчестера. Блин, дождь быстрее пошел. Да, он пока еще только начинается. Вон он так, бежит. Вон он. Там двое сразу. Сейчас с той стороны прибегут. Так, валим быстро отсюда. Ползуна я убил. Окей. Так, хорошо. Так, вроде чисто. Оттуда вроде не услышали. Блин, гром есть, а дождя нету. Вот сейчас нам дождь бы очень помог. Блин, тут что плохо? Тут дороги-то нет, оказывается. Она в поле уходит. Но я потому и говорю, что надо идти, как бы, если бы мы вышли из леса, то направо. Ты примерно понимаешь, куда? Ну давай, иди, я вообще хочу просто найти запчасти для машины, да, собрать ее, докататься, рассекать. У нас уже есть опыт, да, совместного катания. Ну да. Этот, ты как вообще относишься к неизвестным игрокам? Ты, может, бандит у нас, а я с тобой тут бегаю. Не знаю, потому что он Блэхер пишет, что у него скин постоянно бандитский. Так, что, по дороге пойдем? Куда-нибудь прибежим, наверное. Ну, не по самой дороге, потому что больно палевно. Рядом с ней как-нибудь. Мне, кстати, нужно набрать во фляжку воды откуда-нибудь. Надо было, пока мы в деревне были, осмотреться. Там наверняка краник стоял. Кстати, я еще здесь не замечал краников. Нет, я уже дофигище видел. Но я, правда, всех видел в Березино. Или в Березино, как там белорусы говорят, меня поправляют. Короче, нужно найти водички. Но знаки в Березино написано вроде как. Это у меня... Не так. Не. У меня... Блин, где... Почему моя сумка не показывает? Подожди, я ее выкинул, что ли? Так, ну у меня одна сода. И две бутылки воды. Что-то у меня не показывает ничего, что у меня там есть. Но у меня две бутылки воды, короче говоря, у меня еще есть попить, но нужно восполнить. Это у нас норвежский сервер, да? Да, Норвегия один. Наконец-то тут, блин, нет тупых переговоров в чате. Да. А то народ у нас что-то, блин, расстраивает. Ну, полно, конечно, нормальных людей, но, блин, много придурков всяких.
Здесь как-то на удивление поадекватнее. Да, может мне тебя убить, здесь... да забрать твой рюкзак? Так, надо обратно в руки взять винчестер. Потому что если сейчас кто-то издалека начнет стрелять, нужно быть готовым. Так, что-то мы куда-то сейчас... А я, кстати, мог бы тебе показать место, где можно взять этот рюкзак. Он там постоянно лежит. Ну это я так понимаю. Я уже на двух серверах бывал. И брал его там. Ой, ну сейчас что-нибудь... Что-нибудь... Блин, мне нужно... Я не знаю. Нам нужно, короче говоря, куда-то двинуться. Мы так долго, похоже, бегать будем. Куда-то в сторону. Может, пойдем в сторону... Где-то там появился это у нас в самом начале. А, ну вот мы туда и бежим. Как там называлась? Каменка? А, да. Там Блэхов пишет, что он там. Подожди, я сейчас... А, каменка будет чуть слева от нас. Скорее справа, наверное. Надо будет спускаться. Потому что Блэхов в каменке. Если что, его можно было бы найти. Так, откуда мы пришли-то просто? Так, ну вот я сейчас ориентируюсь, что если мы пришли сзади, я шел все время слева. Короче... Я шел справа. То есть, значит, нам... А если мы вон туда давай пойдем... Давай найдем населенный пункт и... Ну пошли по дороге до ближайшего населенного пункта. Короче, сейчас мы просто выйдем на тот самый берег, на котором мы уже были, к маяку. У меня такое ощущение. На котором мы были в предыдущей серии. Оттуда уже пойдем нормально. Я, блин, опять времени засек, опять серии короткие получится. Или длинный набор. По-моему, уже 11 минут идет. Или 13. Ну, не знаю. Я бы отписал что-нибудь Блэхарду, но у меня кнопка включения записи прям рядом с кнопкой чата, поэтому я не буду ее трогать. А так он идет в Черногорск, он мне пишет. Он на нашем сервере? Да. Ну, не знаю, кстати говоря, он, скорее всего, не на нашем сервере. Он через Steam мне пишет. Что-то я протупил. Навряд ли он знает, что мы на норвежском. Да, мы, по-моему, уже сразу зашли. Так. У тебя персонаж жрать не хочет? Я давно жрал, сейчас захочет уже. Ну, у меня пока нет. Ну, вроде нормально. А для того, чтобы, короче, убивать животных, их нужно убить, потом ножиком освежевать. Без ножек ты ничего не сможешь сделать. Ну, разделать на куски мяса. И куски и мяса потом пожарить нужно с помощью спичек, которые тоже нужно находить. Так что это твое в предыдущей серии, то, что там убить кабана, это... Пошли по линии, Лэп? Я, по-моему, знаю, где а мы... А, кстати, как ни странно, я... находил костер и поджигал его. Не знаю, чем и как. Ну, не знаю. Я тоже еще тут не видимо, спец. Видимо, только нож для разделки найти. Может собственно, быть. Дичь. Народ постоянно ноет в комментариях, что на этого нет спичек. Не в комментариях, то есть в чате. Что, где спички найти, где спички а найти. Где какая-то вообще? Не знаю, ни разу не видел. Самое печальное, что я в серии, в которой у меня последняя была с новым персонажем, ой, со старым, я там нашел ротор для вертолета. То есть, блин, вертолет, если знать где. Но это находится, ладно, я не буду говорить где, потому что тут народ сразу побежит туда и сопрет. Я тебе потом расскажу в приватной беседе. Ну да, я, кстати, по-моему, читал, в одном из комментариев писали. Хотя, чё я туплю, они же это все в сериях видели. Поэтому какой толк? Это где-то наверху в Хелме находится, около Березина, короче говоря. Там такой склад, и в нем там лежит ротор и колючая проволока. Такой скрытный, офигеть. Сначала показал на полстраны, а теперь... А потом... Я потом тебе наедине расскажу. Опа, палатка. Где? Палатка. Где? Справа. Блин, я тебе... Вот. Чё там есть? Так, ты пока смотри, я куда-нибудь отойду в кустики, чтобы пока ты осматриваешься, я тебя прикрывал. Что там есть вообще? Да я что-то даже ничего не вижу. По-моему, тут пусто. Но тут вроде бы может сохраниться. Не, ну персонаж же сам по себе сохраняется. Вон у тебя unsaved true. Save old camping tent. То
старом лагере сохранится. В палатке в этой, или как? Или ее, может быть, забрать можно? Хрен знает. Нет тут ничего. Ну-ка, давай попробую нажать эту кнопку. Ну, я нажал. Что происходит, нет? Нет, ничего не происходит. Да. Блин, я хочу ее забрать. Ладно. Блин. Ну давай я тебя тогда оставлю, минут через 30, когда ты поймешь, что не сможешь забрать, я вернусь за тобой. Ладно, пойдем. Блин, жалко, что пустая палатка. Я уже находил палатку, я в ней карту нашел в первый раз. Это было офигенно. Да, и потом 50 человек написали, что это их карта. Да я думаю, ни один из них не настоящий был. О, там, подожди, это домик какой-то, что ли? Так, дом. Так. Чё, это не дом, это амбар, в нем может быть куча всяких вкусняшек. Как и зомби. Так, я, по-моему, одного зомби уже вижу. А я вроде нет. Где? Нет, это не зомби, это сток сена. Да. Так, у меня оружие более дальнобойное. Я не знаю, может мне пойти стрелять первым? Давай, я... Там есть кто-то? Я слышу. Так, оружие Макаров. Ты хочешь экономить патроны на нашей жизни? Не, ну на них-то хватит, это... Это же очевидно. Так, ты держи тоже вход на прицеле. Сейчас я одного стрельну, если там другие, если они начнут убегать, я всех не успею пострелять. Давай. Здесь в правом углу один, я слышу. Я готов. Блин, Блэхарду надо написать. Ой, там... Короче, блин. Чё, нафиг? С той стороны двое. И с этой стороны один. Нет, не нафиг, просто сейчас я обойду. С той стороны войду. А ты с этой. Короче, будем с двух сторон их чистить. Давай. Принято. Потому что, с одной стороны, тут маловероятно, что у нас что-то получится нормально. Мы просто друг друга постреляем. Потому что сейчас беготня начнется. Да, так я им спину посажу, а те, которые на меня побегут, ты... Так, меня кто-то заметил, похоже. Какие-то там крики нехорошие. Так, все, я целю вход. Наверху один прыгун. У тебя получается справа. Ко мне идет, точнее к тебе уже. Сверху еще пошел. Пока не вижу. А, бежит, бежит, даже я перезаряжаю. У меня патронов больше нет. Так, и тут за дверью еще один. Патронов нет? Да. Ну ты, блин, даешь. Сказал пораньше, ладно, сейчас эти патроны дам. Подожди, у меня же 6 этих было. Вообще не пойму. Ну-ка. Тут где-то еще один был, он куда-то сквозь стену прошел. Так, магазин Макарова. Блин, почему-то они у меня в эту положились. Так, все, хорош. Блин, я был бесполезен, конечно. Да ладно. Ну, раз у тебя есть магазин, значит, ничего страшного. На вот этих говорят, что бывают всякие полезные вещи, но я что-то ни разу не видел. У них обычно бывает там только... Да я как-то тоже. Всякая эта фигня. Типа... банок пустых. Здесь арбалет твой любимый и стрелы к нему. Арбалет бери. А посмотри с другой стороны, где я был, что там. Я там не посмотрел. Опа, снайперка, чувак. О, вот она, все, все по заказу, да? Снайперка. Так, мне снайперка слышал, нужна была. Как я говорил прям. Тебе арбалет, все ништяк. Это я взял. Ну, у меня патронов к ней не так много, я так понимаю, да? Так, ну-ка. Два магазина, в принципе, неплохо. Так, сейчас нужно ее взять в руки, перезарядить. Так, как взять в руки оружие? Колесиком убираешь weapon. Колесиком, и потом средняя кнопка мыши. Да. Окей, у меня арбалет. Отлично. Так, ну, так, тут у нас... тут у нас вспышки, патроны к винчестеру. Нет, это к чему-то другому патроны. Пуст...
Ли Энфилду магазин тоже не подходит. Бутылка воды, если нужна. У меня их уже две. И она вроде полная. Подожди, у меня их две? Нет. Так, ну я взял себе бутылку воды. Вспышки возьми еще. У меня вспышек, по-моему, полно. Жратвы бы еще найти. Я убрал пустую и взял полную, да. Лучше так, стоп. Вот это я уберу. Вот это возьму. Так, а наверху так, тут... Так, я вроде разобрался даже с инвентарем. А наверху тут пустая бутылка из-под вискаря. Она мне не особо нужна. А с той стороны что-то хорошее лежит. Не знаю, что. Смотреть. Ох ты. Так, ну здесь простые припасы, поднимись повыше. А, и здесь нифига. Мне казалось, что здесь что-то лежит. Что-то не зря мы сюда зашли, да? Да, и прям как по заказу. Так, фляга еще одна. Так. Сумка, открыть сумку. У меня в сумке банка одна, и тут одна банка, они мне не нужны. Короче, мне в принципе тут ничего не нужно. Вспышку одну можно взять. Но я лучше. Да, мне тоже. Не, лучше тогда ты возьми, потому что у меня, в принципе, бинтов дофига, и это самая важная вещь тут. Потому что кровотечение. У меня две вспышки. У меня одна. Три банки с бобами, два болта. И остальное по мелочи. Так что я думаю. У меня, короче говоря, 5 бинтов, потому что здесь, если подранят, то кровь будешь терять и капец себе. Самая важная вещь. Бежит, бежит к нам. Кто? Это ты ворота открыл? Нет, я справа от тебя. Он нам что-то показывает. Вроде дружелюбный, может это Блэхард? Нет, какой-то Блэхард. Но я не знаю, стоит ли его держать с собой. Ты посмотри просто, да. Ну я не знаю, только этот. У него простой пистолет. Он, кстати, что, в бронежилете, что ли? Так, давай я ему напишу. А он побежал. А ты, кстати, видишь его ник? Нет, я не вижу его ник. Это вообще хардкорный сервер. Ну вот я твой тоже не вижу. Как он поймет, что это ты ему пишешь? Сейчас попробую. Блин, я вообще на русском пишу. Many good things in. Да ты пока пишешь, он уже там это обчищает склад. Ну ладно. Все, пойдем отсюда. Направо? Ангар пишется, по-моему, с буквой H сначала. Я двоечник. Так, ну пошли по дороге. Мы сейчас выйдем обратно к берегу. Какой-то гарсун. Так, ты видишь гигантскую трубу? Вижу. Еще бы я не видел, мы рядом бежим. Мы, я думаю, сейчас к ней пойдем. Это, по-моему, Черногорск, возможно. По дороге я тут не бежал близко к городу, потому что дороги пасут. Лучше по полю как-нибудь. Так, я взял снайперку, сейчас я на пригорке лягу. Я смотрю. Давай. Так, подожди. Там у нас что? Потому что справа еще какой-то населенный пункт. Блин, прицел, конечно, что-то. И... Справа что-то нехорошее, не знаю. А зрители моего канала пока посмотрят, как ты пафосно стоишь со снайперской винтовкой на одном колене. Нет, я лягу, потому что если кого увижу... Блин, это натурально какая-то чернобыльская АЭС. Ой, сейчас какие-нибудь снорки попрут. Блин, тут такой или кто пригорок, что хрен где заляжешь и посмотришь. Ну вроде как там спокойно. И даже здесь ворота закрыты. Кустики-то все светлого цвета. Ну. Короче, ну, говоря, там что-то есть. И это явно не Черногорск. Хотя, может быть, я не знаю, может он просто вглубь тут уходит. Завод какой-то, короче говоря. Нет, это не Черногорск. Тут есть тут вышка. Подожди-ка. Вышка. Ты там думаешь, что нехорошее есть? Там наверняка что-нибудь хорошее есть. А ты знаешь, мне кажется... О, барашек. Оставь барашка в покое. Нет, это козлик. Не трогай барашка. Зачем? У меня есть арбалет, и нас не услышат, и
Ну, давай я хотя бы посмотрю, как ты будешь это делать. Пожалуйста. Давай. Прости, прости, барашек. Блин, он двигается. Он почуял, что его ждет. Так, стрелу можешь так, забрать? Стрелу надо забрать. Да. Хорошо. Но мы ничего с ним не можем сделать. Почему нам. Нам нужно. У нас же ножа точно нет. Его имя было неизвестно. Он похоже, что он умер по неизвестной причине, написано, когда я поставил изучить тело. Окей. Ну ладно. Ничего не видел, видишь? Хоть будешь знать. Можно, кстати, тело спрятать колесиком также. Так, ну побежали, все, сейчас это у нас грохнет пока. Так. Так, давай, осматривайся пока. Давай ты беги вперед, я со снайперкой, я сейчас шарахну. Добежишь до забора, потом меня будешь ждать. Подожди, он там. А я помню твоего предыдущего напарника, которого ты со снайперки крыл. Ну, чё? После этого его убили. Два. Я, кстати, тебя не прикрывал совершенно, пока ты бежал. Отвлекся, что-то задумался. Там зомби внутри. Зомби, зомби, зомби. Ты его можешь снять, я нет. Зомби внутри чего? Дверка открыта, он стоит к нам спиной. Ну, блин, у меня-то выстрел сейчас слышишь кто-нибудь? Мозг. С левого. Я-то тут. Подожди. Вот здесь, прямо вот куда я смотрю, видишь? Вот там есть враг. Да. Я его слышу. А. Так, ну сейчас. Доставай тогда. Блин, я того, короче, давай сейчас снимаю. Слева ангарчик это проверим. Блин, ну давай, тогда я пистолет достаю. Сейчас просто я начну стрелять. Давай, я с арбалета, если что. Да, он наверняка там. Да, он внутри сидит. Вон он, я вижу, он я там. Я промазал. Так, ладно, короче, я угашу. Я мог промазать. Так, теперь может шухер быть. Бежит. Кто-то бежит. А у меня болтов нет. Ну, подбирай. Экселболт. Так, ты там осматриваешься? Честно говоря, я. Чёрт. Здесь, кстати, припасы, так что заходи сюда. Так, нет, ты... Нет, мне лучше не заходить, здесь фигня. Ты давай лучше осматривайся, а так, я буду пока... Взять... Пока буду присматривать за тобой. Пистолет. Вон он бежит. Я лучше возьму пистолет бежит. Сначала. Бежит, бежит. А, скотина! А, ты его убей. А, блин, убей его, убей! Убей его! Он стоит. Чё ты не убивал его, он меня порвал. А у меня он просто стоял на месте. Ой, да ладно. Я стрелял потом с арбалета. Блин, у меня кровь потекла. Ну ладно. У меня вот поэтому я бандажи и храню, потому что... Фонарь у него есть. Нифига себе, он какой-то военный, что ли? Так я говорю, что здесь какая-то, походу, даже... Ну нет, это не база военная, конечно. Так, ну боль утоляющий я бросать не буду, пожалуй. Так, а я думаю, стоит поесть. Так, да, кстати говоря, мне тоже надо... Зомби. Подожди, сейчас мы... Блин, я вот эту вот банку, которая тут лежит, я ее сейчас сожру. Или нет, я лучше сожру одну и эту возьму. Так, бобов. С собой. Ну, я ее взял, короче. Блин, подожди, я выкину. Ой, что-то я парюсь. Короче говоря... Сейчас я ем. Eat food. Давай. Сардины я пожрал. С чавканем таким. Отстой полный. Так, и теперь я беру свой морфин. Чавканье. Ничего. Так, вон там какой-то ящик. Что-то в нем, возможно, хорошее. А, это не ящик. Не вижу. Вот на эту лесенку я не буду подниматься, даже если ты не будешь меня доставлять. Ну ладно, не больно-то хотелось, там наверняка ничего вообще хорошего. Вообще на любые лесенки. Нам вон в ту нужно, пожарную часть, там наверняка что-то хорошее есть. Но там зомби, а он уже прибежал, по и идее. И он до сих пор там стоит. Так, сейчас я сначала тут осмотрюсь. Тут у нас лобовуха для машины есть. И канистра. И канистра. Блин, мне бы карту, я бы запомнил эти места просто, чтобы, если что, сюда прийти. Да. Блин, потому что она дофига места в инвентаре занимает. А машин пока что мы так и не видели. Короче говоря, паси по сторонам.
Я сейчас... Подожди, а где канистра-то? Там внутри. Где стекло? Нет, я в смысле... По-моему, я ее взял. Ну, посмотри в инвентарь, нажми G. У меня есть канистра, да. Пусть пока у меня тогда побудет. Ну, смотри. Ты выходишь? Мы найдем. Да. Смотри сейчас по сторонам. Потому что я его сейчас сниму, могут другие побежать. Я уже прицелился. Давай. Готов. Мне кажется, что их там было двое внутри. Я звуки еще слышу. Так, сзади, ну... нет, справа тоже. Ну теперь я беру пистолет и иду зачищать, а ты мне попницу прикрывай. Окей. Ой. Он, похоже, повыше где-то там. Так, черт, он меня видит. Ой, там их двое. Блин, слышу звуки где-то вдали. Осторожно, у тебя за спиной. Это я. Минус один. Так, он упал, я даже выстрелить не успел. Так, ворота закрываем, тут дверка тоже. Убивают на раз-два. Три выстрела на зомби, и он падает. Так, двери закрываем все. Я закрыл. Там еще один, я слышу. Это чтобы я, если что, не вышел, да? Когда ты их всех убьешь, и меня заодно. Ну, типа почему? Того. Ой, у меня патроны кончились. Молодца. Ага, я убил их. Так, вот этот вот майор, который в фуражке был до этого. Был первым убитым мной зомби. Здесь новый рюкзак. Это не рюкзак, это фляга, по-моему. Или более утоляющий какие-нибудь. Так, ну-ка, сейчас посмотрим, что это такое. Магазин. Да, это магазин. Так, я, пожалуй, пойду наверх. По-моему, я выкинул еду. Сожри еду и возьми эту еду. Так будет лучше. Да, как раз. Что я хочу сделать? Чавкает там внизу. Отлично. Так, здесь наверху еще какой-то магазин. И химический свет зеленый. А, это граната дымовая. Тебе нужна дымовая граната? Я не думаю, что мне сильно нужна. А химический свет вот я бы взял. Это еще больше палева, по-моему. Ну, ночью как-то хочешь не хочешь, видеть что-то нужно. Ты же тут ночью играл, нет? Так, нет. Ну, то есть я первый раз зашел в игру, там была ночь, я 2 минуты постоял, причем это был мой первый запуск, я в управлении, представляешь, да, ничего не понимаю, и стою в ночи где-то в лесу. Ага, нормально. То есть, так, я короче, я просто вышел. Ничего брать не буду, потому что, блин, у меня все забито битком и все хорошее. Да, тут 2 химических фонаря, зеленый и синий, и пустая банка, так что... Еще понимать... Опять значок красный. Да... Так, ну и что, наверное, на этом мы закончим серию? Неплохо. Давай так, прибарахлились. Наверху. Ну, только, блин, мы в таком месте, где нас можно со всех сторон прострелить. В принципе, ладно тогда. Увидимся в следующих сериях. С вами были Артур и Джек Шепард. Пока скажи. Всем пока, друзья. Да, короче говоря, пока-пока-пока. Да, увидимся в следующей серии.